Вот Долин, он меня безумно раздражал, а потом стал восхищать. И чем больше у него хейтеров, тем больше он меня восхищает. Потому что Долин среди всеобщего попустительства себе и всякой мерзости делает дело. И делает его профессионально. И он лучший сегодня. Это правда. Хотя он бесит всех уродов. Вот недавно хейтеры слетелись, я посмотрел. Это все нереализованные люди. Это все люди, которые вообще недостойны целовать след той блохи, которую укусит Долина. Понимаете? Вот ужасное состояние. Это вы про кейс с Ридли Скоттом? Не только. Это с Ридли Скоттом это ерунда. Но всегда, когда на него налетают кусать и называют его там Верониковичем, да это все. Так стыдно. Верониковичем называет его одна загадочная женщина на Фейсбуке. Я думаю, что вы ее цитируете. Мы все знаем, о ком мы говорим. Да. Этот снобизм хуже питерского, причем бездарный. Да. Ну, про эту женщину вообще говорить нечего. Она не одна там такая. Вам нравится работать в искусстве кино? Да, мне нравится. А, конечно, это немножко богадельня, потому что у журнала «Правда» какие-то минимальные средства, и поэтому все... Поэтому спрос... Допустим, у меня есть два подчиненных даже, как бы это смешно ни казалось, два младших редактора. И вот когда они там чего-то не успели, не додумали, облажались, я не чувствую морального права с них спрашивать, потому что ну, все же практически бесплатно работают. Но в целом, да, мне нравится быть... в кои-то веки частью чего-то большего. А как бы выглядел идеальный киножурнал, по-вашему, типа «Каю дю синема»?